Всем привет, с вами Ирина. Как и обещала, показываю вам орхидеюшку. Она уже раскрыла у нас два цветочка. Один цветочек. Сейчас покажем второй цветочек. Она очень интересная, и она как на меня, она немножко отличается от фото, которое нам предоставил поставщик. Очень красивое растение. Действительно, как девочки написали, как будто кто-то кисточкой разрисовал. Очень красивая растюшечка. Ребята, они у меня все стоят дальше в амхе. Я их не пересаживаю. Честно говоря, немножко даже где-то страшно их пересаживать, потому как смотрю фото из Таиланда, и у них все растения растут в амхе. Поэтому пока что мне как-то немножко страшно. Насколько я раньше не дружила с амхом, то теперь мне немножко страшно пересаживать эти растения, чтобы не было большого стресса. Поэтому все орхидейки, которые я заказала, они у меня все, ребята, сидят в амхе. Я думаю, мы еще зиму с вами понаблюдаем за этим. И к весне уже будем делать выводы. Стоит ли растение оставлять в амхе или нет. Но в большинстве случаев это очень зависит, конечно же, от условий содержания. Так как у меня здесь в тепличке достаточно тепло и влажно, то в амхе растение абсолютно чувствует себя нормально. Мох просыхает абсолютно нормально, и поэтому пока что я не заметила никаких проблем с растениями. Так что вот такая вот красота у нас распустилась. Цвет очень красивый. Вообще невероятный цветочек. Вот такое ощущение, что вот у него сам еще сами лепесточки, у него вот словно бабочка. И так очень-очень красивое растение. Ну, все, спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока!